Сессия, насколько я понимаю, да, где эксперты будут высказываться о наших планах, будут делать какие-то предложения для того, чтобы куда развивать наши зеленые зоны, куда, какие вопросы по экологии следует в первую очередь решать в городе Новосибирске. Ну, наше вхождение в федеральную программу по формированию фан-зон к футбольному чемпионату. Это оформление нашей набережной. Мы повернули по-своему. Это вопрос, ну, это экологический вопрос. Это экологический вопрос, безусловно. Улучшение среды обитания, благоустройство территории города Новосибирска, дворов, территорий, парков, скверов. Это вообще экология. Ну, это экология. И я надеюсь, что как раз вот во время вот этих вот сегодняшних сессий это будет оформлено более так предметно, что ли, системно.